В преддверии начала учебного года Росгвардия проверяет защищенность образовательных учреждений КОМИ. Сотрудники изучают паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, работоспособность датчиков охранной сигнализации, система оповещения об эвакуации, система видеонаблюдения. На сегодня подразделениями вневедомственной охраны с помощью технических средств обеспечивается безопасность 562 детских садов, школ, техникумов, вузов, учреждений доп. Образования. С начала года сотрудники вневедомственной охраны успешно реализуют проект по оснащению кнопками тревожной сигнализации школьных автобусов для оперативной реакции в случае каких-либо инцидентов во время движения. Сейчас Росгвардия осуществляет охрану 8 республиканских автобусов, подключенных к централизованному пульту.